В Дагестане обнаружена подпольная нарколаборатория. Полицейские обнаружили в Кумтаркалинском районе цех по выращиванию конопли. Выяснилось, что 57-летний житель села Каркмаскала выращивает марихуану. В ходе обыска в его доме стражи порядка нашли помещение, в котором находились мини-лаборатория по культивации наркотической травы. Подозреваемый к делу подошел основательно. Для выращиваемого зелья он в прямом смысле создал тепличные условия. Комната была оборудована специальным светодиодными лампами, вентилятором, таймером включения электричества. На данный момент фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. В этот же день сотрудники полиции обнаружили около 90 грамм марихуаны в доме 45-летнего жителя Каркмаскалы. В отношении него также возбуждено уголовное дело.